Всем привет, меня зовут Александр Муренко, я играю на барабанах. Хочу сегодня вам представить маленький такой вот практик пэд, который без отскока, называется Sand Pad. В чем идея? Идея в том состоит, что он это пэд без отскока. Это не силиконовые пэды, не какие-то там резины, которые имитируют барабан, но не так хорошо прыгают. Это действительно пэд, в котором просто вязнет палка и работает чистая кисть. Для того, чтобы наработать очень хорошую кистевую технику и воспитать мышцы, вот я иногда занимаюсь на так называемом мешке с песком. Опять же, хочу повторить о том, что ничего нового мы не открываем, мы все лишь вспоминаем о том, о чем говорил там в свое время Билли Кобан и Деннис Чемберс, что для того, чтобы мышцы немножко окрепли, и у него часто задавали вопрос у него такой, откуда у вас такие быстрые одиночные удары. Он говорит, занимайтесь на подушках. Вот речь идет об этом. Я частенько обращаюсь, вот, когда я чувствую, что мышцы спят, или мне нужно нарастить выносливость и скорость, я часто прибегаю к занятиям на мешке с песком, отрабатываю фиксацию, слежу за руками. Ну, в общем, очень полезно. Главное, правильно на нем заниматься, не отпускать пальцы. Вот. Не открывать здесь, иначе, если вы отпускаете пальцы, то вы упрощаете ход, как бы упрощаете занятие, и не работают все мышцы на 100%. А весь фокус в том, чтобы пальцы были прижаты и работала чисто кисть на очень большой амплитуде, насколько вам позволяет. Это может быть французский замок, открытый немножко, либо симметричный. Либо традиционный, так как я развиваю, одновременно играю в двух постановках, в этих традиционном и симметричном, то есть чем заниматься. Двойки, собственно говоря, даже на нем можно отрабатывать и следить за вашей артикуляцией, как, насколько качественно вы выговариваете то, что вы играете, чтобы каждая нотка была слышна. Потом садитесь на барабан или на пэд, и при его отскоке уже вам немножко легче. У вас есть хороший запас. Во всяком случае, мышцы будут очень крепкие. Для тех, кто этого никогда не делал, я думаю, что через месяц вы ощутите результат. В общем, я, честно говоря, рекомендую от всей души. Я уверен, что много барабанщиков есть, которые даже об этом не слышали, что нужно заниматься на мешке с песком. Иногда, не всегда. Но, и так как я преподаю, ко мне очень часто ребята пишут ВКонтакте и спрашивают, а полезно ли их заниматься на мешке с песком, а можно ли ходить в спортзал, а полезно ли, не страшно ли тягать гантели и штанги. Я говорю, что это все полезно, только если вы делаете это с головой и в меру. Но то, что мешок с песком никогда не повредит барабанщикам, которые хотят играть мощно и быстро, это 100%.